Итак, друзья мои, я нахожусь около гипермаркета Магнит и провожу маленький следственный эксперимент. Я походил сейчас по рядам, в принципе, товаров полно. Есть все, начиная от сахара, круп всяких, там гречка есть, и макароны есть, тушенка есть. Я пытался снять, чуть-чуть поснимал, но думаю, ну смысл вам показывать одно и то же. И вот до меня дошло. А если вот так вот взять и посмотреть, что покупают люди и в каких объемах. Вот поэтому я уселся прямо напротив выхода, включил телефончик свой и понаблюдаем в течение 10 минут, кто сколько чего покупает. Люди абсолютно разные. Кто-то приобретает там очень помногу. Ну, возможно, это просто на неделю берется, допустим, я не знаю. А кто-то вообще практически пришел, хлебушка купил, там кефира, да и все. Посмотрим, короче. Да, я сегодня заходил в магазин Агрокомплекс. И да, люди скупают. Скупили гречку. Все остальные крупы в наличии. Тушенку забрали только премиум класса. Ту, что подороже. Два ящика разобрали. Завтра, сказали, привезут еще в больших объемах. Все имеется в наличии, есть на складе. Ну, ждем, пока нет никого особо выходящего из магазина. Вот девушка с ребенком, два пакетика. Я думаю, в пределах нормы. Одна вообще он везет двух детей, кто ей их продал. Женщина с пакетиком. Чисто так. Бытовуха. Вот девушка с собачкой. Пакетик продукты там на день, максимум там на два, там что-нибудь, хлеб может быть. Ничего глобального. Вторая девушка тоже с пакетиком. Явно, что не затаривается на случай ядерной войны. Семья выходит тоже с одним пакетиком. Просмотрел, мужичок вывозил килограмм, наверное, 15-20 сахара, но явно на самогонку, потому что у него только один сахар был. Вряд ли он такой сладкоежка. Вот сижу уже несколько минут, такое впечатление, что из Магнита вообще никто не выходит. Вот женщина вышла наконец-то. Да, корзинка есть, но в корзинке-то салатик какой-то, да и все. Блин, что, никто не боится коронавируса, походу. Тоже женщина с ребенком. Ну, есть что-то. Мужчина с пакетиком. Никакой паники, абсолютно. Люди даже с пустыми руками выходят. А я тут такой Эркуль Пуаро, блин, сижу, снимаю. Жду сенсации, понимаешь ли. Когда же они выйдут все затаренные, блин, с пакетами, с сетками. Тонны вывозя из Магнита. Никто ничего не хочет, никому ничего не надо. Ой, солнце вышло. Надо на море срочно ехать снимать. Годовой запас явно у женщины. Блин, даже не интересно проводить следственный эксперимент. Он, парень, вынес два пакета с мукой килограмма на 4. Ну все, теперь целый год можно прожить. Другой парнишка вон с пакетиком. Хоть бы один кто-нибудь тачку вытащил, набитую чем-нибудь.
Сейчас усну. О, вот, вот, наверное, вот они готовятся к кризису. Точно. Это просто пипец. Целые 8 рулонов туалетной бумаги. Да наверняка в любых больших городах люди, когда приезжают в торговый центр, либо вот такой вот супермаркет продуктовый, набирают гораздо больше. Просто на недельку, чтобы не ходить каждые 5 минут по магазинам. Скучно, скучно. Никакой паники тебе, блин. Обидно. И товары в магазинах есть полно. И покупают мало. Сегодня не мой день, не прет просто. Никакой сенсации. Может, я рано приехала? Может, мне надо сам к 7 приехать, 8 было? Когда кризис начинается более активно действовать. Бегут, бегут. Сейчас точно скупят. Весь магазин. Блин, точно засну сейчас уже. Или снимать уже на одном кадре до конца, да и все. Чтобы вы поняли, что все нормально, все спокойно. Никакой паники абсолютно нету. Вон мужичок. Пакетик маленький. На дне сетки. Тоже семья вышла. Вот. Продуктов там на один день, наверное. Кстати, заметили, у нас модно останавливаться на пешеходном переходе, собирать пассажиров. Эх, а я-то думал, сейчас просмотром наберу там миллион. Целый пакет набрали, блин, точно на год. О, вот, в двух руках прям. Кризис явно переживет. И финансовый, и продуктовый. Ну что, осталось 2 минутки. Может быть, хоть кто-нибудь выйдет с полной набитой тележкой. Какими-нибудь крупами там или макаронами. Несквик. Ай, блин, и пиво. Вот это точно человек готовится уже. К вечеру, правда. Целый пакет, а? Короче, я думаю, что уже можно делать вывод. Все у нас спокойно. Продуктов дофига. Туалетной бумаги еще больше, чем продуктов. Так что капиталистическая Европа может нам позавидовать, я бы сказал так. Никакого ажиотажа, никто ничего не скупает. Все спокойно. Вчера что-то там был какой-то рывочек небольшой. Немножко люди поволновались, но потом поняли, что все нормально. На складах всего полно. Я разговаривал, все продукты есть, все отлично. Никакой паники. Все спокойно. Опять нам это Европе помогать придется, чувствую. Ничегошеньки у них там нету. Все, ребят, пока. Поеду я уже домой. Никакой тебе сенсации.